На конкурс дети читают стихи. Надежда Каськова, 13 лет. Священник Виктор Грозовский, стихотворение «Младенец». Мы славим Рождество Христово, мы славим Бога и Отца. Он мир послал, дитя такое, что славить будем без конца. Беспечных, гордых, неутешных, кого в грехе родила мать, так возлюбил Отец нас грешных, что Сына мир послал спасать. Он Царь царей, Спаситель мира, зрак на себя раба приим. В яслях лежал младенец сирый и Мать Божия над ним. Дары волхвов лежали рядом, а над пещерою звезда. Был Вифлеем безвестным градом, теперь прославлен навсегда. И звезды на небе сияли, и был хор ангелов с небес. Сладкозвучно прославляли того, кто был всему творец. Ликует нынче вся природа, ликует христианский мир, но иродовы страх и злоба устроили кровавый пир. Царь испугался, что младенец его от трона отстранит, и приказал он двоеженец новорожденных всех убить. И погубил он тьму младенцев всего от роду до 2 лет. За слезы горь вифлеемцев правитель Богу даст ответ. Сегодня в мире так же льется детей невинных, чистых кровь. И Ирод царь за власть трясется, и ненавидит он любовь. Всегда была гонима, младенец мир ее принес. Любовь, она непобедима, любовь, родившийся Христос.